Надо ну что, погнали дальше. Вот источник. Как мне до тебя добраться? Нужно взглянуть поближе. Пошли посмотрим. О, аля. Ну, тут он прям след оставляет. Чаквеллом. И чё? Куда идти? Тут что, кактусы? Это что? Похоже, сигнал идет откуда-то из тех скал. Может, там пещера? Надо поискать вход поблизости. А это никак нам не разбить. Странно. Где вход-то? Ну, и чё, куда? А, там ещё этот летающий. Доплыву ли я? Да еще половина, давай плыви. Давай, 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 давай. Есть. Скрыть тайник. Сказать Сильге. И ей точно понравится передатчик, который посылает это сообщение. Угу, окей. Так. И чё, и чё? Костер, это не пойми что. Где база моя? Тут уж было. В прошлый раз мы видели. А, вот убежище или что это? Неизвестно, неизвестно. Так, ладно. Где она? Здесь. Путешествие. Мчим. Разных молний, впрочем, тоже. Что нам она скажет? Сильно. Элой, шип не передает слова, что стряслось. Вот, что говорила через твой прибор. Это снаряжение предтечь для связи на далекие расстояния. Угу. Сигнал отключился, когда я его нашла. Но я слышала сообщение, о котором говорил голос. Что в нем было? Во время Древней войны
Женщина пыталась доставить припасы своему другу. Она хотела рассказать ему, что все их прошлые ссоры для нее ничего не значат. И она будет думать о нем в последний миг. О, пожалуй, мы с ней чем-то похожи. Как бы я хотела сказать такое брату, что простила его. Ему это было нужно. Тот человек из предтеч, он услышал сообщение? Думаю, нет. Наверное, так часто случается. Но та, что посылала сообщение, хотя бы могла надеяться на то, что оно дойдет. Это сильно. Сообщение, летящее через земли. Можно я заберу? Это сокровище. Конечно. Спасибо. Иногда люди не могут услышать то, что должны. Может, эта штука поможет мне установить связь. Из источника до самых дальних земель. Эй, я нашла еще кое-что там среди припасов. Может, получится что-то собрать? У тебя есть верстак? Да, он вон там. Пользуйся, Элой. Сколько хочешь. Думаю, я знаю, что делать с этими деталями. И что же? Вот это? Ну? Все? Вышло неплохо. Вот бы попробовать. Что это такое? Шипомет. У меня был, да? Подожди, вот это? А это? 69. Ну да, вот за место вот этого. Так, выполним другое заданиеце. Посмотрим, что к чему.
Надо идти пешком. Еще не хватало, чтобы там топталась машина. Похоже, это деревня, о которой говорил Зовка. Все поселение затопило. Так, мы на месте. Возможно, виновата буря. Интересно, есть ли выжившие? Надо поискать на берегу. На том холме выжившие. Надо узнать, в порядке ли они. Где? А, вот это. Что вы тут? Он в порядке? А, жить будет. Ну вот. А что с остальными? Это уже моя забота. Отдыхай. Я Натика. Далеко ты ушла с востока, чужеземка? Ты Натика? Значит, это кровоточина. То, что осталось. Кто тебя направил? Ученик красильщика из палящего копья просил найти тебя. Он переживает, что давно нет поставок. Что ж, как видишь, у нас есть проблемы поважнее, чем доставка кровеника. Что произошло? Последняя буря вызвала потоп, который обвалил полгоры. Обвал прошел прямо через деревню. Как ты слышала, многие пропали. А я занята с этими двумя. Я могу поискать. Если кого найду, отправлю к тебе. Очень признательна. Если найдешь старого мрачного солдата, Кинтоком зовут... Скажи ему, скажи, что я здесь. Так, ну пойдем искать. Попробую использовать визор для поиска выживших. Что я не вижу никого, а вот там может быть. В той башне люди. Да? Ну, окей. Вода тут густая, грязная. Нас кто-нибудь слышит? Где вы? Мы застряли в башне! Потоп залил дорогу назад! Наверху есть лестница, но нам не достать. Ясно. Я найду, как к вам добраться. Надо добраться до лестницы на верхушке башни. Если заберусь на соседнюю, может, удастся перебраться? Угу. На соседнюю как? И что делать тут? Придется. Все, я понял, надо отсюда выстрелить, наверное. Даже пытаться бесполезно. Что за хрень? Каким образом я туда? В сломанную башню точно не проплыть. Нужно перебраться через железную стену и попасть внутрь. Образом. Что тут было? А. Ладно.
Ну, вот же он есть. Есть же. Может, отсюда? Нет. А-а-а. Вон есть. Вон есть. Вентиляционная. Я понимаю. Что заходит в наклепа. Где? Значит, это все внутри. А, где его может свалить, нет? Скорее всего, да. Угу. То, что нужно. Теперь осталось только залезть на вершину. Оттуда я смогу перебраться к выжившим. Ну, куда дальше? Туда? Освежает. Вроде бы. Угу. Так некуда. Что не могу понять. Разве я до туда допрыгну? Конечно же нет. Сбивать тут нечего, да? Странно. Как всегда. Куда я, блядь? Лестницу явно еще не допрыгнул. Блять, что происходит? Это можно потянуть. Что делать-то? А, вот какая-то хрень. Блин, пиздец, а? Ну, капец. Лишься. Так. Что дальше? Еще одна есть, да? А почему?
Есть контакт. На другой башне есть лестница. Я смогу перепрыгнуть. Похоже, застряла. Может, под моим весом она опустится? Да. Нет! Это был единственный путь! Угу. Все живы. Ты не одна из наших. Прости. Да. Мы укрылись тут, когда сошел сель, но обломки завалили проход, по которому мы попали сюда. Лестница была единственным выходом, но мы не могли до нее достать. Не переживай, я найду другой выход отсюда. Не знаешь, что с остальными? Когда мы бежали сюда, я видела, как наши ребята карабкаются на дозорную башню на севере, рядом с гротом. Я поищу их. Идите на берег, когда выберетесь. Натека ждет вас там на холме. Она выжила? Хорошо. Мы найдем ее, как только выберемся. Ладно, тогда подождите. Что дальше? Найдите выход, блядь. Не то. Прыгает хуй пойми куда, честное слово. Сделать шаг назад. Блядь, опять не... Да с откуда вошло? А чё такое? Ну вот. Должно сработать. Вот! Вы сможете выбраться! Спасибо! Мы сразу пойдем на берег. Не похоже, чтобы Кенток был с ними. Так, нужно найти дозорную башню на севере. Где мы вообще тут находимся? Где дозорная башня? Вот это ж, наверное. Пойми, куда ты меня ведешь? То ли туда, то ли сюда. О, туда, значит. Пришли после обвала. Тут нужны электрические снаряды. У меня их нет. Что делать?
Точка. Ага. Пока. Что тут нельзя подняться, это что? Боеприпас. Это Хемлок. Блять. Ну охренеть, блять. Даже деревья не могут отпотайти. Выходил уже. Позорно. Нет, нужно боеприпасы. Да и все уже. Пошли. Отстрелю балку, и они упадут на машины. Поздно пить боржоми. Я уже всех щелкал. Но эти, блядь, тяжко намупляются. Вот так. Теперь ты Накт в безопасности. Мы спускаемся. Даже так. Спускайтесь. Да, вот это ты задала машину. Все в порядке. Теперь да, когда рядом ни одного щелкозуба. Ты знаешь свое дело. Несколько ребят застряли на восточных утесах. Им бы тоже не помешала твоя помощь. Ладно, я разберусь. Ты видел Кентока? Натика просила меня найти его. Я видел его до схода с Эля. Ясно. Идите к берегу, на другой край деревни. Там Натика и другие выжившие. Хорошо. Спасибо. Так, куда? Куда-то, блядь, туда. Держитесь! Я что-нибудь придумаю! Нужно помочь, что надо спуститься с утёса. Этот старый кран подойдет. Если сдвинуть его в нужную точку, можно соорудить мостик. Да-да. Ломки не дают двигаться основанию крана. Попробую оттащить балку и растащу их.
кажется, снова застрял. Может, что-то под водой? Визор поможет в поиске. Что под водой? Ну, я не вижу ничего. На тех камнях есть огнеблеск. Если подожгу его, он расчистит путь для крана. Ну хули ты застаешь-то, а? Неплохо. Спускайтесь. Ганстя. Так, кран на месте. Да, но как же мне опустить стрелу? Посмотрю нижнюю часть стрелы. Может, пойму, как ее опустить. Хрена. Так, если вытащу балку, она уберет противовес и опустит стрелу. Какую балку? Не к чему цепляться. Отсюда вытащить балку не выйдет. Надо забраться повыше. Как это не выйдет, а? Сюда выйдет. И готово. Опаля. Стрелу что-то заклинило. Надо забраться и посмотреть. И если отцеплю те кабели, стрела должна опуститься полностью. Кабели, которые я налуплял, наверное. Правильно ж. Какую лестницу? Припасов я. А что я должен сделать? Ни хренашечки. Чтобы перебить кабели, надо выстрелить в полную силу. А я в какую стреляю? Эта штука сейчас упадет! Осторожней! Давай! Во имя десятых! Как тебе это удалось? Сам не знаю. Как-то вышло. Не убегай! Подожди. Да подожду, конечно. Не знаю, как ты это сделала, но спасибо тебе. Все в порядке. Этот сломал ногу о какие-то обломки, когда мы бежали от бедствия. Но жить будет. Как вы там очутились? В последнюю бурю по деревне прошел селевой поток. Мы еле успели добраться сюда, так высоко была грязь. Но когда все успокоилось, вода отступила, и мы тут застряли. Мы не можем бросить раненого товарища. Сможете добраться до берега? Там Натика выхаживает раненых. Натика? Слава десятым. Мы пойдем к ней. Она придумает, что делать дальше. Спасибо, страница. Ну, что дальше?
Блядь. Как меня достал этот дебильный, блядь. Этот. Где вот Танатика? Где я их видел? Я уже сам не пойму. Откуда бы я тут появился? Бля, ну, наверное, куда-то туда. Чё ты, блядь? Всё. Кажется, я нашла всех выживших. Но Кентока среди них не было. Какого надо Кентока? Вернуться к Натике и рассказать ей. Блядь, то я залазил, то уже не залажу. Да, блядь, это капец. А, блядь, Кентока. Где они? Сюда. А, ну да. Бля, ну вылезет уже отсюда, сука. 22-й год. Что застаиваем, как в 2010-х, блядь. Что мы будем искать? Это ж пиздец. Но тебе надо лечь и отдохнуть. Отдыхай. Элой. Благодаря тебе солдаты спасены. Но где же Кенток? Пока не нашла подходящего под его описание. Ты знаешь, где он был, когда началась буря? Я последняя, кто его видел. Прямо перед Селем. Сказала ему, что хочу уйти отсюда. Поступить на службу в охрану вождя. Но он не отпустил меня из отряда. Все Тенакт упрямые воины, но Кенток самый упрямый из всех. И я сбежала. Я возвращалась с другого склона, когда увидела Сим. Ты хотела загладить свою вину? Я должна его найти. Он что пережил бы любую бурю. Я уверена. Попробую еще раз осмотреть деревню. Где в последний раз? Натика. Я тут. Где Кенток? Он выжил? Мы найдем его. Ты, блядь, что, спал или что, блядь? Отбросил в сторону, когда пришел Си. А его унесло потоком. В сторону выемки. Выемки? Это древний проход, который ведет под землю. Идем. Я покажу. Натика! Нужен командир. Мы тут беззащитны. И лишь половина сможет отбиваться от машин. Что нам делать? Иди. Выемка в склоне холма, к северо-западу. Как смогу, догоню. Расскажи. Ёб твою мать. Блять, опять какие-то зигзаги. На ту сторону, что ли? Ну что такое, а? Блядь. Пойми, куда он меня ведет, а? Вода в обуви. Ага. Не, в этот раз не тупит. Вода в обуви, по-моему, блядь. Вода не только. Унесло туда селевым потоком. Надо рассчитать, сколько попасть внутрь. Можно войти. Что
Так, посмотрим, что там. Охренеть, а. Вот оно. Спокойнее. Ты же кенток? Кенток, кенток. Откуда чужеземке знать мое имя? Меня послала Натика. Солдат, которого ты спас, сказал, тебя унесло потоком. Значит, он выжил. Да все выжили, кроме тебя, походу. Натика. Она вернулась? Да. Она как раз шла к тебе, чтобы поговорить, когда сошел Силь. Сейчас она собирает выживших. Зря я не принял ее увольнение. Солдат должен жертвовать всем ради блага племени. И знаешь что? Она права. Я не хотел ее отпускать. Охрана вождя получит незаменимого солдата. А после всего этого я не буду у нее на пути. Я хорошо знаю, как выглядят смертельные раны. Моя служба клану окончена. Так что... оставь меня. Нет, ты не умрешь тут один. Мы придумаем, как тебя вытащить. Брось. Я пытался, но все без толку. Стены слишком скользкие. Да, что? Вода течет сюда. С поверхности. Но не откуда я пришла. Должно быть откуда-то еще. Если найду откуда и открою, может, сам ты и не сдвинешься с места, но я знаю, как сдвинуть тебя. Эй! Эй! Не теряй сознание! Мне нужно кое-что найти. Ты прямо как Натика. Упорная, как огнеклык. Значит, тебе не привыкать. Просто будь здесь. Я собираюсь вытащить тебя. Тут водопад выливается откуда-то. Надо забраться повыше, чтобы найти источник. Ну-ну. Куда это меня поведет? Если бы на бошку. Вода течет из-за той решетки. Источник воды не здесь. Ну, глянь, не идет туда. Что за хрень? Пошла ты нахуй. Проверять, кто будет. Так, так, так. В стене с той стороны есть какие-то железки. Попробую вытащить их оттуда. Что это нам даст? Что ты сможешь?
Это что такое? Непонятно. А, мне туда надо было. Ну ладно, сейчас заберем. Ну охренеть. Заебись. Я хуею. Без обмана, блядь. Сука, какая же игра выебищная. Вообще пиздец. Ебаный паркур. А как так, блядь? Все нажимаешь, блядь. Вот, блядь, пожалуйста. Ебучая хуета. Как так-то, а? Как так-то, блядь? Вот, блядь. Ну какого хуя ты не запрыгиваешь? Еще бы ты, блядь, перепрыгнула. Хуй его знает, блядь. Ты сейчас наебнешься. Далеко. Только не наебнись, а. Сука, думал, уже падаю. Водопад, который я видела внизу, должен начинаться где-то здесь. Осталось найти источник. Дальше. Вода течет оттуда. И я могу пробить стену огнеблеском. Тогда вода все здесь закрыта. И плод с кинжиком сходит. Плод. И чё? Что ты сделала? Придумала выход. Еще немного. Эй, держись! Сам ей скажешь. Она говорила, ты крепкий воин. Значит, борись. Прикольно, прикольно. Кинток! Живой, живой. Или все, что ли, отъехал? Бля, он же ж тебе говорил. Передать, что клинок слушает только того, кто держит его в руке. Он это говорил на каждой тренировке. Пиздец, блядь. Иногда в качестве издевки, а иногда как комплимент. Пожалуй, он был прав. Выбор уйти или остаться был за мной. Жаль, что вы так и не поговорили. И мне жаль. Что будешь делать? Пока не знаю. Сперва нужно восстановить кровоточину. После этого смогу пойти на службу в охрану вождя. Но сначала попрощаюсь с Кинтом. Со всеми почестями. Элуи, стой! Ты помогла нам, сумела осушить всю деревню. Возьми, пожалуйста. Спасибо. И удачи.
Что бы ты ни решила. Так, ладно. Продолжим в следующих сериях. Пока.